Вы думаете, на хардкоре у персонажа всего одна жизнь? Нифига подобного. Всем хай, добро пожаловать на канал NoCube. И сейчас мы рассмотрим такую ситуацию. Представим, что мы играем на хардкорном персонаже. У нас огромнейшая куча ресурсов, мы уже развились просто до некуда. Но вдруг что-то идет не так, например, мы падаем в лаву. И что, на этом наше приключение заканчивается? Конечно же нет. Нажимаем «Наблюдать за миром». Открываем паузу. Открываем мир для сети. Выживание с читами. Пишем в чат команду Game Mode Survival. Вот, пожалуйста, мы снова живы, можем продолжать игру на хардкоре. Чтобы никто ничего не спалил, можете сделать вот так. Выходите в главное меню и заходите обратно в мир. Теперь даже в чате никаких следов того, что вы воскрешались вот таким способом. Я надеюсь, что это видео оказалось максимально полезным для вас. И теперь вы сможете пройти самые сложные челленджи в Майнкрафте. Ну а на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так, ща, ну давайте посмотрим еще эпичную битву скелетов. А, ну все. Ну теперь всем пока. Стоп, это сейчас был 360 ноускоп. No